Каждое предприятие заинтересовано в том, чтобы сделать свою работу лучше и эффективнее. На одном из таких производств в Твери провели стартовое совещание по внедрению инструментов бережливого производства. Компания станет еще одной площадкой для реализации национального проекта «Производительность труда». Об этом рассказывает наш корреспондент. Главная цель нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» – показать предприятиям, что они могут работать эффективнее с большей производительностью, а также научить их грамотно распоряжаться ресурсами. Это комплекс мероприятий, которые включают в себя, прежде всего, обучающие программы, многогранные, многопрофильные, охватывающие все сферы деятельности предприятия. Дальше это межпроизводственная кооперация, когда одной из мер это является подготовка внутренних тренеров на предприятиях участников для того, чтобы те знания и опыт, которые они получили, тиражировался на последующем предприятии. В компании «Фриман» только приступили к внедрению бережливого производства. Сейчас здесь проходит первый этап обучения. Всего программа рассчитана на 3 года. Вести нас на новый уровень производства, скажем так, даже не включая новые производства. То есть за счет поиска и выявления слабых мест, вот для этого как бы нам и помогают наши специалисты. Мы просто пытаемся на этом же уровне производства выйти на другие уровни выхода продукции. Предприятие крупнейший в нашей стране производитель упаковок ламинатных туб. Они используются для лекарств, косметики, пищевой продукции, бытовой химии. В сутки здесь изготавливают около 300 тысяч туб, а в месяц это около 7 миллионов готовой продукции. Участие в нацпроекте поможет повысить этот показатель до 10 миллионов. Помогает в освоении бережливого производства региональный центр компетенции, который создан на базе Фонда развития промышленности Тверской области и работает в структуре центра «Мой бизнес». Фонд развития промышленности уже как минимум 1,5 года находится в национальном проекте. Мы активно сейчас взаимодействуем с нашими предприятиями, продвигаем, вот, скажем так, те подходы, которые и должны приводить к увеличению производительности труда в рамках так называемых проектов «Бережливое производство». Вот сейчас одно из самых современных, продвинутых и развивающихся активных предприятий, про которое мы сейчас говорим, вошло в проект. Мы надеемся на очень хорошие результаты. Эксперты проводят анализ, выявляют потери и точки роста, а затем разрабатывают и внедряют мероприятия по улучшению. Зачастую одна из проблем на предприятиях – это нерациональное использование рабочих мест. Мы внедряем стандарты рабочих мест, мы внедряем операционные процедуры, потому что очень важно, чтобы оператор знал, как правильно выполнять ту или иную операцию. То есть у него должен быть перед глазами стандарт, по которому он должен работать. А дальше какие еще проблемы? Ну, чаще всего переналадка оборудования очень затянута, да, то есть мы работаем с процессом переналадки, переносим часть операций из внешнего во внутренние процессы, тем самым ускоряем этот процесс. По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, промышленный потенциал исторически задает темп социально-экономического развития региона. Всего в Верхневолжье в нацпроекте принимает участие 22 предприятия, а в следующем году планируется включить в него еще 10 производств.